Да, вот только по тропинке можно пройти. Туда, чуть сюда, чуть сюда. Друзья Александра Голубева показывают, как все произошло. Подросток немного отклонился от тропинки, по которой ребята обычно пересекали полигон. И сразу по колено погрузился в горящий изнутри шлак. Мы зашли, вон ворота открытые они. Мы прошли отсюда, вышли до сюда, ну и начали проходить отсюда. И он вперед пробежал, провалился. Мы стояли метра 4 оттуда, ну где-то от него. Он моментом туда провалился, выскочил. Встал, начал кричать, что я горю, у меня ноги горят. Мы побежали, посмотрели, у него уже волдыри вот эти вот начались. Снаружи тлеющий шлак выглядит совсем не страшно. Только жар, исходящий от этих серых прогалин, говорит о том, что творится внутри. Глубину отвалов трудно определить. Я слышу, крик, да, вышел, помогите. Раз, лопату бросил и побежал. Смотрю, парнишка выбежал и вот так, почти до груди. Он вообще уже начал сознание терять, вообще. Мы вот посмотрели, я думал, у него это одежда, да? А не одежда, а шкура, да, вот так висит. Александра Голубева доставили в больницу. Врачи сообщать о состоянии мальчика отказались не только нашей съемочной группе, но и матери. Я увидела, единственное, когда его в реанимацию повезли, я увидела его ноги, увидела его руки. В реанимацию меня не пустили. Сказали, что состояние очень тяжелое. Выяснить, кому принадлежит полигон с горящим шлаком, на месте не представляется возможным. Территория, символически огороженная металлической изгородью, никем не охраняется. Игорь Лунин, Бахадыр Тажибаев, Талгат Примкулов, информационная служба телекомпании ОТРР.